Здравствуйте, с вами Анна, администратор сайта Винтерфу. И сегодня расскажу о том, как приготовить вкусный деликатес с сыром. Омлет с сыром моцарелла. На 2 порции возьмите 2 помидора, 1 зубчик чеснока, 150 грамм сыра моцарелла, 6 яиц, соль, перец, сливочное масло, нарубленные листики базилика. Помидоры вымыть, очистить, вырезать несъедобные сердцевинки. Помидоры нарезать тонкими дольками. Чеснок очистить, раздавить, положить на дольки помидоров. Взять сыр, дать стечь сыворотки, нарезать ломтиками. Для приготовления омлета яйца хорошо взбить, приправить солью, перцем. В сковороде растопить сливочное масло, положить половинку взбитых яиц, зажарить на плесах в нагреве. Готовый омлет положить на нагретую тарелку, сверху положить половинку нарезанных ломтиками помидоров и сыра моцарелла. Посыпать листиками базилика, поставить теплое место. Из остальных ингредиентов приготовить второй омлет, сразу же подать к столу. К омлету подать жареный картофель с луком. Вафли с сыром. Возьмите 300 грамм пшеничной муки, 800 ложек натертого сыра. Например, сделай сыр Гуда. 4 желтка, соль, 250 грамм сметаны, сладкий красный перец, 4 белка, натертый пармезанский сыр. Пшеничную муку просеять через сито в миску. В середине сделать углубление. В это углубление положить сыр, 80 ложек натертого сыра, желток, 4 желтка, соль, сметану, сладкий красный перец. Начиная с середины, перемешать все ингредиенты до образования однородного теста с консистенцией сметаны средней густоты. Берете взбить крутую пену, смешать с тестом. Если вопросом, налить хорошо нагретую смазанную жиром вафельницу, сразу же разровнять. Печь вафли до золотистого коричневого цвета. Посыпайте натертым пармезанским сыром и подать к столу. К вафлям подать сыр и бруснику. Слойте с лангустами. Перед вами слойте с лангустами. Сейчас я расскажу о том, как их приготовить. Возьмите 600 грамм замороженного слоеного теста, 12-15 шампиньонов, 20 фаршированных сливок, 500 грамм мороженых лангустов, около 180 грамм швейцарского сыра, сладкий красный перец, 1 яйцо, 300 ложки молока. Слоеное тесто разморозить, раскатать, разрезать на 18 квадратов размером 8 на 8 сантиметров. Затем каждый квадрат разрезать по диагонали на 2 треугольника. Шампиньоны очистить, вымыть, нарезать ломтиками. Оливки нарезать кружочками. Лангусты разморозить, взять сыр, срезать корочку, натереть, смешать с красным перцем, яйцом. Молоко взбить, смазать треугольники. На каждый положить по 3 лангуста. Одному ломтику шампиньона, 3 кружочка оливок. Посыпать сыром, положить на холодную смоченную водой противень. Поставить на решетку в нагретую духовку. Эта питалка 200 градусов, газовая питалка 4. Печь нужно около 10 минут. Листиками тервей посыпать и сразу же подать к столу. С вами была Анна, администратор сайта Винтерфу.ру. До свидания, до новых встреч.